тот момент, когда строили, тот момент, когда строили дом Брилева, он не приходил сюда и не возмущался против того, чтобы сносили частный сектор. Сносим дом Брилева. Расстреляли. Да, но тогда мы не были жильцами, а теперь мы. Что это за дом Брилева? Дайте главе району сказать. Для того, чтобы я просто говорю о том, чтобы у нас не был подход Баба Яга против. Да, то есть, как бы, если мы с вами обсуждаем, то чтобы не получилось так, что сегодня эти люди против, завтра другие люди за, послезавтра снова другие против, да, и таким образом не ведется ни строительство, ни благоустраивается территория. Меня на самом деле интересует, чтобы большинство людей, которые проживают здесь, были удовлетворены решением власти. Так подождите, опять не надо подменять понятия. Не люди должны быть удовлетворены решением власти, а власть — это исполнители, которые должны исполнять решения людей. А не так, что 5 человек пришли, кому-то надули в уши, кого-то убедили, кого-то купили, а потом рассказывают, что это было в общем решение. Но мы должны быть услышаны. Мы хотим это, и мы имеем право быть услышаны. Давайте, это все очень... Сегодня, в данный момент, здесь же не велись работы. Как она не велись? Смотрите. Велись здесь работы. Сегодня не было. Можно? Я за то, чтобы здесь не было нанесено ущерба природе, но в то же время, чтобы мы не переступали черту правового поля. Потому что если мы сейчас перейдем все в дикость, мы просто не сможем дальше жить. То есть вы... Я за то, чтобы провести общественные слушания открыто по данному вопросу, собрать всех жителей, которые должны открыто изъявить инициативу. И есть понятие «местные инициативы», согласно закону Украины про местное самоуправление. Они эту инициативу через депутатов вынесли на рассмотрение сессии. Здесь, если будет принято общее решение о том, что необходимо разрывать договор, договор должен быть разорван. Сегодня граждане ограничены, нас сегодня загнали в такие условия, что мы не можем ничего, как общественность, делать фактически. Местное самоуправление наше не может осуществляться. Местного референдума нету, не урегулирован. Местные инициативы не работают, ничего не работает. Общественные слушания, процедуры нет. Сегодня общественность — это единственный способ, который она нашла, это вот такие вот общественные слушания. Но мы должны эту процедуру все-таки зарегламентировать, потому что то, что мы имели на Сокарках, ряд телесных повреждений, уголовные производства, это должно быть основано. Ну вот реально у меня вопрос к застройщику, я, конечно, не успеваю прорваться. Вот там реально кусочек природы настоящий. То есть, несмотря на то, что это не зафиксировано, там, как водоем, это в Дарницком районе не зафиксировано. Но там, вот, Саша, он и есть. Сейчас мы зайдем туда, вот снимем, то есть там какие-то птички, там какие-то уточки. И это все засыпается сначала 60 машин мусора, потом, ну вот идем ради интереса. Сейчас, одну секундочку, я хочу сказать только одно, послушай. Если бы вовремя у всех хватило мозгов, у жителей этого района, собраться по 10, по 100 гривен, нанять компанию, которая бы привела благоустройство это озеро, чтобы дети с колясочного возраста видели вокруг себя цветы, а не эту грязь, не было бы сегодня никакого вопроса. Нужно, во-первых, создать инициативную группу. Ну, вот правильно, да. Во-вторых, нужно инициировать громадские слухания, которых здесь не было. Вот этот представитель нам сказал, что громадских слухань проведено не было. Не просто было. Сессии Киевсовета это дело было. Да, мы можем подключить. Так а заходить мы будем сегодня? Сейчас подождите. Заходить это не важно. Мы как зайдем, так и выйдем. Я считаю, что с них надо затребовать документы, чтобы у нас это все было на руках. Организовать громадские слухания. Мы у них ничего не затребуем. Мы можем отменить решение. Мы можем затребовать. Для этого прокуратура. Нужна юридическая Отменяем решение, подаем. Но
Но, ну да, инициативную группу и сейчас начинаем. Еще раз предлагаю. Инициативная группа предлагает создать общество микрорайон. Ну, подождите, давайте. Ребят, заходим в топ-лайк. Можно оператора? Пожалуйста. А заходите, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, 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 пож